Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 20 серпня Придністров'я обстріляло територію Молдови. У відповідь молдаванські пілоти відкрили вогонь по колоні техніки сепаратистів. Лунають потужні вибухи, по всій Молдові лунають сирени. Ситуація починає загострюватися. Ситуація в Росії загрожує Молдові десантною операцією та поваленням влади. Телеграм-канали пишуть, що Санду домовилася із Залужним. Операція по звільненню Придністров'я буде. Російський десант на Одесу, пише блогер Олександр Коваленко. Далі мовою оригіналу. Каким-то образом на фоні повышения градуса внимания к активизации российских оккупантов в зоне боевых действий, а также теме наступления, стали опять говорить про вероятность десантирования РУ Одессе. Ну вот опять. Да, Одесса для российских оккупантов играла и продолжает в их маниакальных планах играть важную стратегическую роль в замыкании сухопутного коридора на Приднестровье, но реализировать этот сценарий они не могли и не смогут по целому ряду причин. Первая причина – это Херсон. Город не стал их тихой гаванью перевалочной базы, несмотря на оккупацию, а по сути даже стал ловушкой для большей группировки войск. В итоге РУ убежали на левый берег и уже никак не смогут высунуться оттуда через Днепр для наступления на вторую причину. Вторая причина – Николаев. Это город и вовсе стал неприступной крепостью, которую российским оккупантам так и не удалось пройти стороной. В настоящее время для подобного броска «Мангус» или мигрантов россиянам не напасть ресурса, а вот то, что смогут скопить, утонет и в Днепре. Без полного контроля над Херсоном и Николаевом российские оккупанты не смогут развернуть сухопутного наступления на Одессу. Это очень важный аспект при отступлении. Поддержки третьей причины – десантированное с моря. Третья причина – море. Море нас, одесситов и жителей области, как спасает от вторжения, так и несет определенную угрозу. Прежде всего, именно благодаря морю значительно ограничиваются возможности противника по маневрам и при следующих оккупациях даже в формате десантирования. Российские оккупанты так и не решились высадить десант в Одессе даже тогда, когда город наименее был готов к отражению вторжения. Это, безусловно, тем, что любой десант в Одессе – самоубийство для нескольких тысяч российских морпехов без какого-либо конечного результата. Десантирование РУ Одессе должно как минимум иметь два фактора поддержки – авиационное, а также артиллерийское. Первое осуществляется наличием большого количества авиации в воздухе над зоной высадки десанта и ударах по позициям и укрепрайонам противника, а второй возможен при оказании артиллерийского воздействия на город с суши, то есть благодаря успешной сухопутной операции либо посредством морской артиллерии. Как вы понимаете, ни первый, ни второй фактор не имеют малейшего шанса на реализацию. ПВО в Одессе и инвилирует авиационную компоненту в воздушном пространстве юга Украины, а сухопутная компонента выше написал. Про Приднестровье, кстати, тоже можно забыть. Размещенные там НВФ не способны к наступительным действиям и несут больше угрозу для Молдовы. Ну и кроме всего вышеизложенного, не забываем о ПКРК «Нептун» и «Харпун», которые и без всего выше перечисленного одним только своим присутствием нивелируют десантную рефлексию оккупантов. А потому особо переживающим Одесса может спать спокойно, ну как спокойно. Ракетные угрозы и удары по критической инфраструктуре никуда не делись, поэтому если с десантированием уверен, уже все успокоились, то насчет ракетных угроз спокойствие наступит только тогда, когда мы победим. И то, что-то мне подсказывает, не сразу, ведь конечностями крыса некоторое время еще будет дергать. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!